Еще немного информации о выставках, которые проходят сейчас в нашем городе. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает всех посетить мультимедийное интерактивное путешествие на край света в компании «Медвежонка» и «Пингвина». Вы сможете узнать, чем отличается Северный полюс от Южного, а также узнать, как же образуются айсберги. Подробнее прямо сейчас расскажет наш гость Вячеслав Кузнецов, заместитель директора по образовательной и экскурсионной деятельности мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история», куратор выставки «Русский Север» и «Открытие в Антарктиде». Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Карина. Приветствую, Дмитрий. Мы знаем, что в парке проходит очень много различных интерактивных выставок, и под Новый год вы решили нам сделать такой подарок для всех жителей Челябинской области, вот такой новогодний проект запустить. Расскажите о нем, пожалуйста, нам подробнее. Да, в этом году зима нас не очень радует снегом и морозом. Соответственно, мы решили предложить путешествие в полярной области Земли, где царство вечного льда и снега. Я думаю, что эта выставка будет интересна как детям, так и взрослым. Предполагается, что ребята смогут совершить путешествие на северный и южный полярный за северный и южный полярный круг. Выставка создана при поддержке Российского музея Арктики и Антарктики. Помимо того, что мы предлагаем такое новогоднее развлечение, она носит еще и достаточно серьезный просветительский характер. Поэтому выставка знакомит с историей освоения Южного и Северного полярного круга и современным состоянием этих полярных территорий. Знаем, что еще можно будет посетить мастер-класс. Вот, допустим, меня очень интересует оформление открытки в технике декупаж. Что еще можно будет попробовать сделать своими руками, создать? Да, и можно ли потом это забрать с собой? Своими руками именно самому себе подарок, изготовить сувенир на память о нашей выставке. Ну, декупаж предполагает использование фольги. В данном случае это, опять же, напоминание о сверкающем льде полярных областей. Поскольку нашими помощниками в путешествии будут пингвин и медвежонок, соответственно, посетители выставки могут сделать открытки с изображением белого мишки и пингвиненка. А расскажите, какие технологии использовались в создании этой выставки? То есть через какие инструменты дети и взрослые смогут оказаться на Северном полюсе? Да, это не просто выставка, где демонстрируются картины и фотографии. Поскольку наш парк мультимедийный, мы решили все-таки использовать современные технические технологии для такого увлекательного путешествия. Поэтому можно будет с помощью, допустим, очков виртуальной реальности совершить путешествие на ледоколе, побывать в руки капитана. Можно будет познакомиться с живыми пингвинами, либо наблюдать реальное в формате 360 градусов полярное сияние. Это эффект полного присутствия, тем самым достигается. Ну и современные образовательные технологии позволят оживить это пространство, сделать его более интерактивным. Ребята могут взаимодействовать с различными нашими инструментами, выполняют викторину с помощью компьютера. Ну и мне кажется, на самом деле это очень увлекательно и интересно. Нужно ли записываться на выставку или можно просто прийти, ну, с корабля на бал, как говорится? Ну, мы готовы принять всех посетителей. У нас достаточно большое пространство, 8 залов этой экспозиции, поэтому есть что посмотреть и где погулять. Организованные группы на экскурсии мы приглашаем все-таки записываться заранее. У нас есть странички в социальных сетях, ВКонтакте, в Инстаграме и также на нашем сайте. Есть система онлайн оформления заявок. А вот с какого возраста дети могут посетить эту выставку? Там, ну, условно, трехлетки, четырехлетки. Это возможно или они все-таки пока маленькие для такого формата?
Для дошкольников от 3-5 лет будет, наверное, интересно просто погулять по парку в новом пространстве, посмотреть животных, допустим, пингвинов или белых медведей, большого, огромного синего кита, очень мелких животных, рачков, которые живут в арктических водах. Для них приготовлены небольшие игрушки, то есть для маленьких детей эта выставка тоже будет интересна, хотя, конечно, содержательно она достаточно серьезная, и мы ориентируемся на школьников, начиная с 4 класса, которые изучают предмет «Окружающий мир». Также эта тематика будет интересна тем, кто изучает историю и географию в основной школе, ну и даже глобальный мир, старшеклассники тоже найдут здесь такой программный материал, который дополнит их школьные знания. Классно. С удовольствием приглашаем наших телезрителей. Сами обязательно придем. Вячеслав, спасибо вам большое за то, что сегодня вышли с нами на связь. И отличного вам дня. Напомним, с нами на связи был заместитель директора по образовательной и экскурсионной деятельности мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история», куратор выставки «Русский Север» и «Открытие в Антарктиде» Вячеслав Кузнецов. Ну что ж, дорогие телезрители, прямо сейчас предлагаем вам осуществить путешествие в новости вместе с Юлией Макаровой.